Первенство Дагестана по дзюдо среди юниоров до 21 года стартует в Хасавюрте. Соревнования пройдут во Дворце спорта имени Гамида Гамидова. В течение 2 дней обладателей 16 комплектов наград определят около 200 спортсменов. По итогам турнира наставники сформируют сборную Дагестана для участия в соревнованиях округа. Пройдут они в октябре во Владикавказе.